На рабочем совещании обсудили вопросы мобилизации доходов бюджета, а также оценку эффективности комплекса мероприятий по взысканию налоговой задолженности. На протяжении последних лет в нашем районе ведется активная борьба с неплательщиками, любителями пожить за чужой счет. В прошлом году результаты проведенной работы оценили на самом высоком уровне. По результатам прошлого года мы получили премию «Прорыв года» в номинации «Налоги». И, безусловно, это результат совместного труда и результат эффективного взаимодействия разных ведомств, администрации, налоговой инспекции, службы судебных приставов, представителей правоохранительного блока. Эта общая победа говорит о том, что мы отработали не просто хорошо, а лучше, чем все остальные территории Московской области. По итогам 6 месяцев 2018 года в консолидированный бюджет Одинцовского района поступило более 8 миллиардов рублей. Из них налоговых доходов 3,5 миллиарда. На сумму, равную стоимости постройки одного детского сада, 277 миллионов увеличились налоговые платежи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня в Одинцовском районе активно ведется работа по мобилизации доходов бюджета. Так, муниципалитет совместно с Федеральной налоговой службой проверяет и корректирует данные о земельных участках и другом имуществе с помощью аналитического приложения «Анализ имущественных налогов». Совместная работа с Почтой России по доставке гражданам неврученных конвертов с уведомлениями, а также выявление имущества с незарегистрированными правами, принадлежащего гражданам, не желающим платить налоги, дает положительный результат. Организована информационная кампания, вдоль дорог размещена социальная реклама. Центральной темой совещания стала деятельность Межведомственной районной комиссии по борьбе с налоговыми должниками. За первое полугодие мы с вами провели 6 заседаний, в рамках которых было рассмотрено 68 должников. Это юридические и физические лица. Общая сумма всех приглашенных на комиссию, общая сумма долгов составила 300 миллионов рублей. Из них по итогам заседаний нашей комиссии, нашей рабочей группы, было уплачено в бюджеты разных уровней 177 миллионов рублей. То есть почти 60% от общего количества долгов, которые мы через нашу рабочую группу провели. На совещании отметили слаженную совместную работу налоговой службы с главами городских и сельских поселений. Подобные практики межведомственного взаимодействия планируют продолжить и в дальнейшем. Екатерина Яровая, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».